Інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель» протягує свою роботу у ефірі. У студії Наталія Ігнатенко. Вітаю вас, глядіть у хитим випуску. Сьогодні православні вірники відзначають День канонізації Іоанна Кармянського. Урочистості узначалі у митрополит Мінський Заславський патріарший екзарх усія Білорусі Павел. Сьогодні ж у Гомелі подвели попередні виніки навчального года. А зараз об гэтым і іншим більш подробязна. У гэты день 19 гадоў таму адбылася кананізацыя аднаго з самых шанаваных святых Гомельшчыны Іоанна Кармянскага. Сёлета праваслаўная царква адзначае 180 гадоў з дня яго нараджэння і стагоддзя з дня смерці. Урачыстасці з гэтай нагоды прайшлі сёння ў аграгарадку Карма Добрушскага района. Боская літургія адбылася пад адкрытым небам каля свята Іоанна Кармянскага манастыра. Яе асабіста ўзначалі ў высокапрасвяшчэннейшы Павел, мітрапаліт Мінскі Заслаў, патріарший екзарх усія Білорусі. Сюди так само прибули делегації священства з Росії, України, Польщі, а так само паломники з усієї Білорусі і інших країн. У агульним каля 2000 чоловік. Усі приїхали, каб ушанувати пам'ять святого і поклоніться його мощам. У житті многих з їх Іоанн Кармянський адіграв особливу роль. Вилячення хвороб серця, опорно-рухального апарата і навіть онкології. І все гэта відбулося менавіта після наведування святих місцев Кармы. Причим Одність таких, здавалося б, невірогодних історій підтверджають медицинські обслідування і заключення врачів. Всі приїжджають сюди з таким добрим настроєнням. Всі прибувають і приїжджають сюди для того, щоб стати краще, добрее. І, отримавши от цей заряд божественної енергії, люди роз'їжджаються по домам, вдохновлені, одухотворені, їдуть додому, діляться цією радістю. Що може бути ще більш возвищене? Да? І от ми сьогодні будемо молитися і просити, щоб Він благословив нашу землю, наш народ і всіх, хто вірить в Бога. Павелічення кількості медалістів і агульне повищення узроўню веда у школьнікаў. Сьогодні у Гомелі подвялі папярэднія вынікі навучальнага года. Цяпер у выпускнікоў наперадзе экзамены, цэнтралізаванае тэсціраванне і паступленне ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. А ва ўсіх астатніх насычаны летні адпачынак. Аб чым ішла размова на прэс-канферэнцыі начальніка ўправлення адукацыі гомельскага аблвыканкама Сергея Парошына, ведае Олег Сенцероў. Магчыма, гэта не самы галоўны, але тым не менш вельмі паказальны вынік навучальнага года. Калі летась залатыя і сярэбраныя медалі атрымалі 385 выпускнікоў, то сёлета іх колькасць можа павялічыцца амаль на 100 чалавек. Апрача таго, у актыве гэтага года перамогі і прызавыя месцы на рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах практычна па ўсіх асноўных дысцыплінах. Асаблівай папулярнасцю у падлеткаў карыстаецца вучоба ў гімназіях. Праўда, на Гомельшчыне іх не вельмі шмат, менш як 6% ад агульнай колькасці ўстаноў сярэдняй адукацыі. Прычым, каб стаць гімназістам, іншы раз неабходна вытрымаць конкурс не меншы, чым у некаторыя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Апрача афіцыйных паказчыкаў эфектыўнасці работы гімназіі на кшталт удзелу ў алімпіядах і вынікаў цэнтралізаванага тэсціравання, ёсць і неафіцыйны рэйтынг папулярнасці ўстаноў сярод вучняў і бацькоў. Па ўпраўленні адукацыі пагаджаюцца, узровень некаторых гімназій не вельмі высокі і не выключана, што яны зноў стануць звычайнымі школамі. Разам з тым, профільныя класы і вывучэнне прадметаў на паглыбленым узроўні – гэта магчымасць атрымання ў будучым самых прэстыжных спецыяльнасцяў. Я планирую поступить в Белорусский государственный университет на факультет международных отношений. В перспективе у меня работа консулом в посольстве, и в дипломе у меня будет прописано, что я специалист по международным отношениям. За выниками поступления у своих выпускников у школах будут уважливо сочить, а я зараз основная увага – проведению экзаменов и набору первых классов. Отповедные заявы можно будет подавать с 2 червня до 28 жнивня уключно. При этом у областном управлении эдукации звертаете увагу. Ничего нового тут нема. От батьков потребуется только непосредственно заява, медицинская доведка на першакласника и посвящение об его нарождении. То, что нам задают вопросы, а нужно принести объективную характеристику с детского садика. Или нужно социально какой-то педагогический паспорт. А может быть еще. Ничего этого не надо. Главная задача установки эдукации на летний период – безопека детей. Форму активного отпочинку шмат. Главное – выключить проявы фактов беспечных поводин и бесконтрольности сбоку самих дорослых. Как чекается, удел у оздоровленчей компании сегодня премия прикладно каждый пятый наученец. Хоть только летним периодом организация занятости детей не завершится. Больше 80% школ погодились починать занятки в новом научальном годе с 9 годин раницы. Хоть это не значит, что до этого двери будут зачиненные. При наявности групп подолженного дня дети могут находиться в установах с 8 до 18 годин. До початку занятку им пропонуют тыш факультативы и физкульт-хвилинки. Правда, там, где занятки проходят у две смены, нововведения не плануется.
каждому учреждению образования будет индивидуальный подход, особенно в крупных населенных пунктах, городах и концентрация населения, как я уже сказал, центральный район города Гомеля, там за две смены и более. Там, конечно, и даже физически это будет невозможно. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на Гомельщине завершается республиканская информационно-адукационная акция «Беларусь супраць тытуню». Ее мета – повышение узроўню ведаў насельніцтва об негативном уплыве от уживания тытунёвых выробов. Чому часто информация медиков застается без уваги? И какие забороны могут быть уведены в ближайшие годы? У наступном материале. У гэтым годзе мы можам адзначыць одну не вельмі прыемную гадавіну. Роўна 320 гадоў таму Пётр I сваім указам дазволіў свабодны продаж тытуню. Ёсць і яшчэ адна падстава задумацца аб наступствах не заўсёды прадуманых прымаемых рашэнняў. Некалькі гадоў таму прайшла кампанія па прапагандзе электронных цыгарэт як альтэрнатывы звычайным. Цяпер высветлілася, яны, магчыма, яшчэ больш шкодныя. Да таго ж у Беларусі няма стандарту на вадкасці, якія выкарыстоўваюцца ў такіх сістэмах курэння. По великим рахунку никто докладно не ведая, что уживают их прихильники. Позиционируется она производителями как средство никотин-заместительной терапии, что является ошибочным. Ну а Всемирной организации здравоохранения до сих пор не доказана безвредность данной электронной сигареты, которая еще по-другому называется электронная система доставки никотина. Медики подкресливают, у курения вельми шмат негативных наступствов, починаючи от онкологичных захворываний органов дыхания до развития сардэчна-сасудзістых патологій. По вялікім рахунку аматарам тытуню нават тыя ж цытрусавы і перац ўжываць нельга. Пад уздзеяннем кадмія, які знаходзіцца ў тытуню, карысны вітамін С пераўтвараюцца ў асабліва канцэрагеннае рэчыва. Праўда, шмат хто на такія папярэджанні ўвагі проста не звяртае. Бадай самая значная праблема антытытунёвай кампаніі – прыхільнікі курэння яе часта элементарна ігнаруюць. Общаясь с несовершеннолетними их родителями, зачастую видим, что уже в 15-летнем возрасте родители дают деньги на сигарету своим чадам. Приходится объяснять, но, к сожалению, не всегда доводы доходят, можно так сказать, до родителей и несовершеннолетних. При том, что борьба с курением часто носит формальный характер. У тех же крамах продаж тытуню под час кампании супраць курения звычайно обмяжовывается одной годиной. Причем часто под час обеденных перапынку у крамах. Правда, у ближайший час некоторые моменты придется, верогодно, переглядеть. У отповедности с проектом декрета об державном регулировании обороту тытуневых выработок и электронных систем курения меркуется забранить уживание тытуню у места громадского корыстания, на припынках транспорту и навод у приватных автомобилях, коли у них находятся дети во возрасте до 14 годов. С 2021 года определено, что в магазинах, киосках, павильонах, предкассовых местах не должны будут продаваться табачные изделия и электронная система курения. И такая статистика Сусветная организация аховы здоровья. Что год у свете от уздения тытуню помирая каля 6 миллионов человек. Кожные 6 секунд на планете становится на одного курца меньше. Для поравнания протяглась этого сюжета каля 180 секунд. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Дабрачынны марафон «Усе фарбы жыцця для цябе» працягвае дапамагаць малышам, якім патрабуецца дарагое лячэнне. Чарговы канцэрт у рамках праекта пройдзе заўтра ў абласным грамадска-культурным цэнтры. На гэты раз валанцёры БРСМ пры падтрымцы артыстаў беларускай эстрады дапамогуць трохгадоваму Славе Жаковскаму з Гомеля. У хлопчыка злаякасная пухліна з абрушыннай прасторы, хвароба ўжо на трэцяй стадыі. Дзіцяці патрабуецца дарагое лячэнне, якое бацькам не па сілах аплаціць. Дапамагчы им подохватились ансамбль «Песняры», цирк имя Абеля, студия театра и танца «Ливень» и многие иншие. Славе надо 25 тысяч долларов, уже большая часть суммы собрана, но вместе с тем, конечно же, пока мы не соберем полную сумму, мы не сможем оказать качественное лечение Славе. Концерт отбудется завтра, а 18-й године у громадско-культурном центре по адресе улица Ланге, 17. Кошт квитка 9 рублей. Усе сродки от проведения концерта будут переличены на доброчинный рахунок маленького Славы. Пополнить его можете и вы. Реквизиты зараз бачите на своих экранах. Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Міхаіл Садоўскі.